Йоу, всем привет, ребята, меня зовут Марат, я занимаюсь хаосом пару месяцев и попал на интенсив довольно спонтанно, было большое желание, ну, просто откиснуть 3-го, там, 5-го числа дома, где-нибудь залипнуть в сериальчике. Но так получилось, что оказался здесь. Воу, ну, это круто, для меня немного тяжеловато, но иногда ты открываешь себе второе дыхание, типа, когда сквозь свои какие-то загоны пробираешься, растешь вверх. Спасибо Маше, Карлу, потому что, не знаю, благодаря им я начал общаться со своим телом больше. И для меня хаусец — это как раз возможность больше познакомиться с телом, дать телу что-то сказать. Ну, что еще сказать? Импровизация, да, клево, можно выразить себя с помощью тела. То есть не просто словами, а дать телу сказать. Ребят, спасибо, все было просто огонь.